все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусов, бактерий, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В понедельник в Самарской области пасмурно, ожидаются осадки в виде снега, днем 6-9 ниже 0, ночью минус 9, минус 11 градусов, северный, северо-восточный ветер, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани тучи, небольшой снег, днем минус 4, ночью минус 9 градусов, северо-восточный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти пасмурное небо, небольшой снег, днем минус 6, ночью 11 с минусом, ветер северный 1 метр в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег, днем минус 7 градусов, ночью 11 ниже 0, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 85%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.